2023 году турпоток в Армению, в частности в Ереван, значительно увеличился. Индекс этого года в настоящее время является лучшим по сравнению со всеми годами. Лучший показатель был зафиксирован в 2012 году. Показатель этого года, похоже, имеет тенденцию превышать этот показатель. В прошлом году Армения приняла около 1 600 000 туристов. По данным первых трех кварталов этого года, у нас уже около 1 300 000 туристов. На первом месте по посещениям россияне, на втором месте уже Грузия, на третьем месте Иран. Значительно увеличилось количество посещений из арабских стран. Основной задачей в привлечении новых рынков является масштабный маркетинг, а также решение проблем безопасности. Армению в основном выбирают туристы со средним достатком. Круг интересов широк. Это может быть культурный туризм, гастротуризм, семейный отдых, шоппинг, экстремальный туризм, отдельные фестивали, конференции, но в последние годы появился интерес и к медицинскому, и косметическому туризму, то есть многие люди приезжают в Армению для косметических услуг, там есть косметические хирурги, широко развивается